Когда я говорю, что святые последних дней думают иначе, я не имею в виду, что у нас какой-то особый тип мышления, в смысле того, как мы думаем. Я говорю о том, что относительно многих важных предметов наши предположения, наши отправные точки или главные предпосылки отличаются от предположений многих друзей и знакомых. Отличаются они и от многих предположений, используемых сегодня в СМИ и просто в разговорах. Например, поскольку святым последних дней известен план Небесного Отца относительно своих детей, мы знаем, что эта земная жизнь — не одноактная пьеса, втиснутая между неизвестным прошлым и непонятным будущим. Эта жизнь подобна второму акту трехактной пьесы. Ее цель определяется тем, что нам открыто о нашем духовном существовании в первом акте и о нашей вечной судьбе в третьем акте. Благодаря знанию этого плана и других истин, открытых нам Богом, мы исходим из иных предположений, чем те, кто не обладает нашим знанием. В результате мы приходим к иным выводам по поводу многих важных предметов, о которых другие люди судят лишь в терминах своих представлений о земной жизни.